Так вот начинается наше утро. Доброе утро. Девочек, поздний завтрак. Они только проснулись, у них отдых. Они в своих VIP-апартаментах завтракают. Танцуйте, девочки. Называется водопад. Черчхелла. Мамарчхелла. Мы приехали на водопад, который называется Марчхелла. Ну, похож на Черчхеллу, но он Марчхелла называется. Ну, как мы поняли. Кто-нибудь хороший друг. Дэвид, кто наши идут фоткаться. Маршрутки. Это маршрутка только наш. Это бусик. Засняли? Да. Кто там? Играйте, играйте. Где были? Здесь. Мы здесь.
Как дела? Хорошо. Дарина, подожди. Давай. И... Тихо. Дойдите все. Все отошли. О! Маша, тихо. О! Хорошо, я дала это хорошо. Вторая попытка. Вторая попытка. Нажал? Да. Кто это? Давай, собрались. Поехали. Вау! Завтра интересно будет у меня рука функционировать. О! Больше. Я молодец? Да! Кто молодец? Дарина молодец! Мы гуляем с Дариной и с Викой по улицам нашего отеля, да. Да, мы наткнулись на такой шикарный тактус. Мы очень красивые. Еще мы нашли алоэ Галина. Алоэ Вера, не Вера, Галина. Алоэ. Да. Арбузы. Девочки, если не секрет, откуда вы приехали? Из Латвии. Рига, Рига. Рига, да, Рига. Мы вот идем, сейчас гуляем с Дариной. Мы уже купились даже. Да, купили там самолет. Гулять и искать всякие магазины. Да. Будем у нас еще в планах найти барсет. Да, у нас у всех есть барсет. Да. Да, Дарина купила. Да. Мы гуляли, ну, магазины мы приличные все-таки нашли и купили там всякое. Так что вот. Да, даже Руслана в новой шапочке, да, с новой сумочкой. Отлично.